ребятушки, ну что ж мне пришло, драгоценная моя долгожданная посылочка по предзаказу, наконец-то дошла, сегодня 3 число, да, и она пришла, ну в принципе, как обещали, так и получилось, не больше, не меньше, а именно 3 числа, поэтому сейчас я ее распакую, посмотрю, вам покажу. Порадуюсь, ну и надеюсь, вы со мной тоже порадуетесь. Так, так-ка, упаковали. Хорошо. Так. Опаля, опаля. Опаля. Разрезали. И смотрим. Первое. Наушнички Galaxy Buds 2 Pro, которые у меня есть. Я их купил с большой скидкой в MVideo за 8000 рублей. Сейчас они 16500 стоят. Ну, и Galaxy S24 Ultra. И чек. Значит, чек. Гармония. Общая сумма 147 740 рублей. 740 рублей или 750 рублей. Это доставка. Вообще было 146 900. Вот такая вот цена. Как видите, 146 989, наушники бесплатно и доставка 750 рублей. Кстати, не посмотрел, что оказывается, это тоже вроде бы как Galaxy 1, Galaxy Store, но один. А есть еще Galaxy, который конкретно уже самсунговский именно магазин, они доставку делали бесплатно. Вот я не увидел. Ну да ладно, наушнички понятно. Ну мы их тоже распакуем, но сначала... А вот это вот. Интересно, как вот эти пломбочки оторвутся. Обычно они рвутся, да не до конца, короче. Их приходится потом разрезать. А мы сейчас посмотрим, оторвутся ли они в этот раз. Научились ли наши самсунги их делать. Первая оторвалась достаточно легко. И теперь вторая. Вторая тоже без проблем. Наконец-то они сделали пломбочки хорошие. Так, смотрим. Здесь какие параметры. 12 гигабайт, как вы видите, оперативочки. 256 внутренней памяти. Модель SM-S928DS. Фиолетовый титан. Открываем. Ну, зарядки, конечно же, нет. Здесь у нас, естественно, мануальчик, провод зарядки иголочка вытаскивает сим-карту. Ну и тут все. Здесь раз и вытаскиваем, но выглядит просто улет. Видите, здесь титан, а здесь фиолет. Фиолетовый. Выглядит, конечно, шикарно. Я сейчас снимаю на Galaxy S21 Ultra. Здесь же у меня Galaxy S24 Ultra. Разница огромнейшая. Начиная от модулей камер. Конечно, у кого был S23 Ultra, особой разницы не видят. Но я эту разницу вижу. Выглядит просто шикардос. Вот прям реально шикардос. Отрываем наклеечку. Не нужна она нам. И снимаем вот это вот. Эх. Да, давно я мечтал. Я мечтал еще об Galaxy S22 и 23 Ultra, но не было возможности взять. Сейчас же купил Galaxy S24 Ultra. Блин, выглядит просто класс. S Pen вот такой. Ну и пока включаем его. Раз, откроем мы с вами еще наушнички. Наушнички у меня уже одни есть, ну и еще одни не помешают. Подарю сыну. Наушнички, как всегда. Вот единственный момент, вот это вот отскорябывается у меня на старом. Уже покорябался, короче. А так они, как он там называется-то? Так, Вьетнам, забыл, как называется.
Ну, не суть. Короче, слава богу, вот он завелся, телефончик. Блин, вообще круто. Ну, реально круто. Ну, запускаем. Естественно, буду теперь с ним ходить. Сейчас запишу видосик небольшой о том, как перенести свои часы без сброса на него. И все. Дальше уже будем с ним работать. Ну и о нем тоже писать видосики. Спасибо вам за ваше внимание, дорогие друзья. Не забывайте, подписывайтесь на канал и телеграм-канал тоже. Пока!